Здравствуйте, дорогие друзья! Канал Ирина Дача, я Ирина Красовская. Лилейник Sailing at Dawn. Переведем его название «На парусах на закате». Гибридизатор Петит, год селекции 2002. Тетрапоид, тип листвы полувечно зеленый, срок цветения средний. Сегодня 16 июля, 21 год, регион Беларусь. Мой лилейник зацвел в начале июля. Бутонов очень много, до 45. Аромат еле заметен. Расцветка. Надо сказать, что цветок очень плотный, красивой формы. Лепестки темно-малиновые с розовым. Мощная буклированная кайма фиолетового цвета. Горло зеленое. Красивый плотный цветок. Цветоносы крепкие, не требующие подвязки. Хороший прирост. Цветет с каждого веера. Советую. Канал Ирина Дача. Подписывайтесь на мой канал. Я и далее буду вам рассказывать о своих лилейниках. А я желаю всем удачи.